Ребята, привет, с вами Игнат. Мама, Виталик. И еще Саша. Я Саше дал камеру. Снимаю, как всегда, я для IGTV еще параллельно. Да, вот я как фотомодель иду. Вокруг меня камеры крутятся. Стопы. Приехали мы к вот этому храму. У меня в прошлом году еще была задумка, чтобы, когда будет у меня квадрик, чтобы тут, в общем, полетать. И вот, квадрокоптер у меня появился. И мы сегодня полетаем. Вот сразу вижу изменения. Кружки вон там, а по-моему, стена эта была со святой водой вот тут раньше. И тут делают, не знаю, какую-то тоже. Что это такое? Что-то ж красивое, еще даже не высохло. Типа гротиков каких-то, наверное. А, вон смотри, как это делается. Покажи, как это делается. Это, наверное, будет вода тут течь. Видишь, там бассейн? А тут будут цветочки. Видишь, вон еще трубочки есть, чтобы вода уходила. В общем, вот такая красота тут. И, кстати, я в прошлом году был с Андреем тут, в этой церкви. Кто не видел еще тот ролик, может быть, я оставлю, как всегда, ссылочку. Посмотрите, прошлогодний ролик. И в этом году, ну, я говорю, самая главная цель, конечно же, посмотреть храм этот, потому что я, когда мимо него езжу, очень он мне нравится, очень он красивый. Ну, и мне очень, мне в прошлом году прям так было обидно, что у меня не было квадрокоптера. Так мне хотелось полетать. Вот, в этом году, я надеюсь, что сейчас наснимаю суперских-суперских кадров отсюда. С красивого святого места. Вон люди фотографируются. А здесь мы с Андреем тоже лазили. Что-то помнится мне, вроде как какие-то камни были, или я ошибаюсь. Какая фреска красивая, видите? Святой Архангел Михаил. Ну, скалы эти, конечно. Ой, конечно. Вид здесь вон какой. Забыл, как называется. Красивая клумбочка. Ну и, конечно же, вам надо показать эту красивую беседку. Люди отошли. Сейчас я вам покажу. Вот она. А вон он, мальчик этот с девочкой, который, я говорил, руку подает. Ну, я не вам говорил, я маме говорю. Красота. Ребят, все, посмотрели мы церковь. Я говорю более подробно, если вы хотите посмотреть ее. Я оставлю ссылку на прошлогодний ролик, потому что мы с Андреем вон там лазили. Все, в общем, облазили. Потому что цель в этом году, я повторюсь, полетать здесь, красоту поснимать. Еще вот так вам со стороны покажу. Купола. Кипарисы так часто насадили, мне кажется, что они, когда вырастут, они друг друга подавят, да? Не вырастут большие? Почему ты так думаешь? Ага, возле виллы вырос. Медведь, гору отсюда видно. Да, место шикарное. Очень шикарное. Смотрите, как храм отсюда смотрится. Ротонду показать. Вон как смотрится церковь отсюда. И показать мальчика того. Блин, а это может быть вообще просто руку кто-то. Я думал, мальчик и девочка. Это может просто взрослые. Ой, как здесь здорово. Прям здорово.
ребята, ну все. Вот я каких вам красивых кадров наснимал, но я не могу отсюда никак уехать, потому что мне тут сильно нравится. Вон я на какую высоту залез. Красота, конечно, тут неописуемая. Тут вот я сейчас снимал для Инстаграма, короче, говорю, здесь водолазы лазят по скалам. Водолазы по скалам лазят. Их я же тоже снял. Красивые скалы. Тут прям мощь этих скал. Конечно, этих скалы вот только на такой глаз видны, а на Спарка, ну, на Спарка не очень видно. И вот там мы с Сашей видим, ну, внизу их видно хорошо с беседкой. Шикарные же дома и бассейны там. О, а вон яхта плывет. Блин, как круто, как здорово. Мама с Виталиком, ух, им тоже это место понравилось. И на фотик фотографируется, и на телефоны, и ангел еще. Ребята, сейчас мы едем в Мисхор. В Мисхор мы заедем, посмотрим, что там с людьми, есть ли там люди, нету. Вообще, ну, вообще, кажется, везде люди. Посмотрим, в общем, что там творится в Мисхоре. И мама очень-очень сильно хочет посмотреть. Ласточки на гнездо, хотел сказать. Мама очень хочет посмотреть русалочку. В общем, все, мы рвем когти в Мисхор. Мы в Мисхоре, вот тут я ставил машину, не знаю, посмотрел, вроде нету знаков там никаких, все стоят. Вон куда я аж ее поставил, не знаю, поднялся, там вообще никаких знаков запрещающих нету, значит, наверное, можно. И мы уже тут круг давали, просто когда ехали церковь снимать, как стояли машины, так и стоят, но мне это просто вечно везет. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, конечно. Ладно, вообще, пошли мы в парк. Вот он, этот мисхоровский пятачок. Ну, кориз, Мисхор, одно и то же. Не знаю, где тут Мисхор, где кориз заканчивается. Ну, там, я знаю, кафешка есть. Вон там где-то я обедал в кафешке года два назад. Вернее, я там ужинал. А, или вот в этой. Вот где-то вот здесь, наверное, да. А, вон она. Там еще очень мне ели ноги комары. Прям невыносимо было в той кафешке. Древнегреческая остановка. И вот древнегреческая остановка. Все, идем в парк. Не знаю, мы с Сашей в прошлом году тоже по этой лестнице спускались. Правильно эта лестница, неправильно, но мы думаем, что Мисхоровский парк здесь. И идем туда. Вон, начинают уже эти цветочки их расти. Даже пробки почти. Вели.
Почти пробки в Мисхоре. Ну вот это, конечно, да. Это вообще пипец. Это может после дождя? Смыло всю плитку. Смыло плитку и намыло бутылку. И там намыло мусора, да. Ну его еще не делали, ничего не чинили. Прям видно, что оно все раздолбанное. Ничего вообще еще не делали, наверное. Прям вот как оно все ветшало, ветшало после Союза. Так оно вот, вот в таком состоянии оно и есть. Ну, кто хотел цены? Солянка 150. Лагман 150. Тут, кстати, нормальные цены, да? Как они сюда забрались? А где же мама? Ой, мама, наверное, долго будут бедненькие спускаться-то по таким лестницам. Ну, конечно, ну, конечно, конечно. Семьи выигрыш не смотрят. Зато смотрите, сколько тут народу. Купили пирожки. Блин, они сухие. Ну что хотел? Ну ничего, червячка заморим. Тут, ребята, видите, столовые, 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 столовые. Ну, чебуреки также по 100 рублей. Как и у нас в Семиизе. У нас даже по 80 на пляже. Это что такое? Это вафельные стаканчики такие? Прикольно. Сальто было? Нет. Было. Очень жаль, что он туда не залетел. Не разбил. Что мы тут приглядели? Да вот этот русалки возьму. Может, лучше вот этот? А, покрупнее. Да, вот это такое. А там Крым Мисхор написано? Да. Написано, да. Пойдем уже до пляжа дойдем, чтобы мне нормально жевать. Да ну там было. У меня так он ухо болит. Хотя зря, вон сколько начинки-то, да? Начинки хорошие много. Пирожки. Ну. Вон она, мисхоровская русалка на месте. Ничего ее не смыло. Пока еще не смыло. Пойдем туда, Саш, на причал сходим. Будь здоров. О, боже, на него смотришь, на эти сваи, аж страшно становится от этого причала. Температура воды плюс 18, воздуха плюс 30. Красоты вам, красоты. Казалось бы, закрыто, да? А люди там все.
Красоты вам, мисс Хоровской. Да, он аварийный, он прям весь перекошенный. А? Русал, по-моему, нашла. Да. Вот тут квартирки, наверное, хорошие. С таким видом. Вообще заглядение. Сейчас еще русалку отсюда посмотрим. С этого волнореза. Вон там я сейчас был. На раздолбанном. Зачем они там этих железяк наделали? Нельзя было сделать вот так же, просто бетонную и все. Страшно так смотрится. Вот семья здесь тоже такая красота была. И русалка на ветвях, на камнях сидит. Точно, это русалка на камнях сидит. В Темрюке я вам показывал, русалка на ветвях сидит, а тут на камнях. Что-то маму мисс Хор не впечатлил. Так она хотела ее посмотреть, эту русалку. Я говорю, что-то тебя мисс Хор не впечатлил, да? Меня? Ну да, русалка понравилась. Узко так все. Русалочка. Не знаю, ребята, вон киоск с пирожками. Да, ну пирожки такие, да, 50 на 50. Конечно, начинки там много, но масло такое вонючее, уже прогорклое было. Все, в общем, ребята, поехали мы домой. Не впечатлил. Мне мисс Хорп, мне он понравился из-за Дюльбера. Ну и здесь, в принципе-то, тоже ничего плохого, но семейств лучше. Ну, здесь просто. Все побережье закрыто ларьками. Ну, вот это да. Кафешками одна на одной стоит. Я не знаю, столько людей нет, сколько этих кафешек. Ага, да, это, конечно, что море закрыто. Если это... бы была какая-то красивая набережная, открытая. Тут так она, вон и был, она и была, просто на ее заставили кафешками. Да. Не продуманно. Но народу здесь, конечно, много. Тут уж ничего не скажешь. Все, в общем, ребята, спасибо, что посмотрели ролик. Подписывайтесь на канал, лайкайте это видео. Ну, а с вами был Игнат. Пока-пока!